Здравствуйте, друзья. У нас ожидается через там пару часов митинг в Белом доме. И там президент Трамп должен будет докладывать по вопросам введения пошлин, тарифов на продукцию сталелитейной промышленности и алюминиевой там, и так далее. Ожидается, что если это произойдет, то будут ответные меры со стороны Евросоюза. И не только Евросоюза, там, ну, не знаю, откуда мы там еще сталь завозим. Я знаю, что большие поставки стали из стран бывшего СССР. Там по демпинговым ценам они это делают. А вообще рынок очень демпингованный, действительно. Ну и очень много разговоров на этот счет идет. Неизвестно, чем сегодняшний митинг закончится, но уже из-за вопроса отношения к тарифам ушел в отставку советник там, по вопросам экономики, очень известный, очень влиятельный человек. В этот день, когда объявили об его отставке, на 300 поинтов упала биржа. Но, в общем-то, ожидается как бы торговая война, то есть война тарифов и вот этих пошлин. И Трамп говорит, что война – это хорошо, типа мы ее легко выиграем. Ну, как бы... Это может стоить очень-очень дорого с точки зрения рабочих мест в тех индустриях, которые попадут под ответные тарифы. Дело в том, что так же, как там много стали иностранной, допустим, в США, и им это не нравится, но, скажем, в Европе очень много американских товаров, там нравится тебе это или нет, но тем не менее. И есть определенные виды товаров, которые доминируют что в США, что во всем мире, и это американские товары. А тут там, я не знаю, какой-нибудь там, говорят, что вот там стукнут по там Леви Страус, вообще по американскому шматью могут ударить, потому что много модных брендов и так далее. И я сегодня даже такую прочитал точку зрения, что вообще это к депрессии может прийти, не к рецессии, а просто к депрессии. Ну, люди там, они пугают, но во всяком случае непонятно, чем это все кончится, мы посмотрим. Но вот это прямо вот буквально через... Сейчас я соображу. Через пару часов они там соберутся, и несмотря на все, так сказать, действия со стороны людей в кабинете и вокруг кабинета, которые говорят, не надо этого делать, значит, Трамп собирается это делать, и уход вот этого советника по вопросам экономики, Кон его фамилия, как бы экстремистское такое крыло, жесткое, консервативное такое, резкое крыло, набирает обороты. То есть уже баланс как бы разрушается. И мы, в общем, в интересном направлении можем начать двигаться. Так что вот все ждут, смотрят. Я так между делом вам рассказал. Счастливо!